Мы подбегаем к Ягодкино. Едет какая-то машина. Грузовая хлеб. Автолавка. Это райпо наше. Вот и хорошо. Вот встречаем наших людей, которые интервью давали. Спасибо, увидите в комментарии потом. Итак, смотрите, тут уже оформили елочку. Здесь электрики наши стоят, там Дед Мороз продает елки, наверное. Здравствуйте, у нас 1 января в Палкино состоится акция «Забег новогодний» от елочки в 11 часов. Что вы пожелаете нашим палкинским народу? Пожелайте им. Счастья, удачи, здоровья. Вот, спасибо. Присоединяйтесь к нашей акции 1 числа в 11 часов от елки. С елкой на рыбалку не страшно. Привет. 1 числа будем бегать здесь с палкинским народом по в Новый год. Что ты можешь пожелать палкинскому народу? Всего хорошего. Хорошо, рыбак все-таки пытается словить рыбку, но елочку он уже поймал. Все, дальше бежим. Домик, где выдают разрешение на елки. Мы почти в Палкино. Магазин «Радуга» впереди. Там дальше милиция. Вот впереди человек стоит. Постараемся перейдем наверх. Здравствуйте! У нас 1 января будет забег от Палкина новогодний. Что вы можете пожелать палкинскому народу в Новый год? Удачи. Удачи, еще что? Ну, новогоднего праздничного настроения, наверное. Да, да, настроение, да, хорошее. Хорошее. Да. Ну и вам тогда здоровья, счастья, благополучия и всех-всех-всех благ вам. Сейчас забежим сюда.
Вот забежим в детский парк наш. Там какие-то люди есть. Привет! Как дела? Здравствуйте! У нас 1 января будет праздничный забег в Палкино от елки. Что вы пожелаете палкинскому народу? Ой, всего доброго. Еще что? Счастья в этом году. Хорошей жизни. Еще? Достатка. Ну, всего-всего. Самого доброго. Вот, вам тоже также здоровья, благополучия. Посещайте чаще наш парк. Он очень уютненький, красивый. И приглашаем на нашу акцию в пробеге. Спасибо. 1 числа в 11 часов от елочки. Хорошо. Все доброго. 1 числа будет забег праздничный. Что вы пожелаете палкинцам? Вы до Нового года достроите? Благоустройство будет до Нового года сделано? Будет до Нового года. Ну вот, обещали нам после Нового года. Смотрите, земли уже привезли. Надеемся, здесь вообще будут цветочки. И очень красиво у нас сцена получилась. Так что вам здоровья, счастья в Новом году. Спасибо. До свидания. С Новым годом! Девочка, а что ты будешь в Новом году пожелать всем людям Палкина? Счастья и здоровья. Счастья и здоровья. И вам хорошей учебы, хорошо отдохнуть на каникулах. И всех вам благ. У нас Новый год будет забег праздничный в 11 часов 1 числа. Что вы пожелаете людям Палкина в Новом году? Удачи. Еще что? Ну, вам всех благ и здоровья, самое главное. И каникулов хороших. Ну вот, мы подвигаем к нашей елке. Мы уже здесь, в Палкино. Проделали путь. Это где-то около 4 километров. Вот Борис Тимофеевич. Видим человека. Борис Тимофеевич, здравствуйте. У нас 1 января будет праздничный забег здесь. От елки в 11 часов. Что вы пожелаете палкинскому народу, палкинцам в Новом году? Я желаю прежде всего уверенности в жизни, дружбы и согласия в обществе. Поддерживать друг друга – это самое главное, потому что всегда живет человек в надежде. И хорошо, что кто-то поддерживает рядом различными формами, словом, развлекательными какими-то мероприятиями. Поэтому считаю, что Новый год пусть будет лучше старого. И в Новом году будут все мечты, которые не были исполнены в предыдущих годах. Желаю здоровья, счастья, успехов. И пусть Дед Мороз и Снегурочка придут в каждый дом, принесут веселье, радости, привезут с собой снежинок и всего самого доброго. Спасибо вам, Борис Тимофеевич. Вас с Новым годом. Еще раз здоровья вам, счастья. Приходите нас поддержать 1 числа в 11 часов. В 11 часов. Да. А здравствуйте, у нас 1 числа будет акция «Забег новогодний». Что вы пожелаете палкинскому народу? Новый год. Хорошего здоровья. Самое главное – здоровье. Спасибо вам большое. Всех благ. До свидания. На этом репортаж наш заканчиваем. Спасибо за внимание.